Друзья, всем привет! С вами вновь Олеся Селезнева. Начало новой недели ассоциируется в компании Армель с мега новостями, которыми я хочу с вами поделиться. С сегодняшнего дня и до конца месяца августа у вас есть прекрасная, уникальная возможность, чтобы начать свое новое дело, либо, если вы уже являетесь партнером компании Армель, увеличить товарооборот. Как? Оставайся на канале, и ты увидишь и будешь в курсе всех новостей. Итак, для всех новых обладателей шикарного мини-бара на дому, для всех тех, кто хочет что-то в жизни поменять, для всех тех, кто в течение года хочет выйти на хороший пассивный доход, отличная новость. В августе вы не только можете все это получить, став партнером компании Армель и получив вот такую уникальную папочку в подарок, но вы еще сможете продегустировать ароматный кофе, на котором тоже можно построить огромный бизнес, и получить пачку кофе именно в подарок. Это акция специально для новичков компании Армель. Спешите воспользоваться данным уникальным предложением. Также для всех партнеров компании Армель действует очень выгодная акция на линейку эко-продукции Green Bubbles. Если вы берете для себя в пользование гель для стирки и кондиционер для белья, второй кондиционер вы получаете полностью в подарок. Каким кондиционером пользоваться, вы выбираете сами. Я рекомендую взять разные ароматы, это фламинго и тропикал, и выбрать тот, который наиболее понравится вам и вашей семье. Помните о том, что это безопасно для здоровья. И, конечно же, я не могу вам не сказать про акции, которая была недавно, она очень всем полюбилась. Это акция на крема Berry Mix. При заказе дневного и ночного крема, дневной крем вы получаете в подарок. Выгода, друзья, очевидна. Более 1000 рублей вы экономите в свой семейный бюджет. Вот с такими приятными новостями я была рада поделиться с вами. Желаю всем отличного настроения, продуктивной недели и отличного месяца августа. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.